Мы разведали город, как ты и приказал. Люди понастроили укрепления повсюду, до самой вершины. Что они замышляют? Если они хотят сражаться, то почему не напали на нас раньше? Ишня лопара, юный вождь. Керн, а ты что здесь делаешь? Мы в долгу перед вами, и оплатить этот долг можно лишь кровью. Мы пришли помочь вам добраться до Оракула. Похоже, главное препятствие — эти розовокожие создания с железными шкурами. Эти розовокожие создания называют себя людьми. Они наши давние враги. И, кажется, они не хотят пускать нас на вершину. Мудрость Оракула принадлежит всем. Может, нам помогут виверны? Они обитают здесь неподалеку и не любят незваных гостей, а тем паче врагов. Приветствую вас, ребята, на канале Rally Game Online. С вами Росси. Мы продолжаем проходить Warcraft 3 Reforged за Орду. Это шестая глава на обычном уровне сложности. И мы вернулись к Тралу. Громаж, адский крик, в общем, выпил того, чего не надо. И история от него пока ушла. Ну а мы продолжаем наше путешествие вместе с Тралом и его новым товарищем свиньей. Керном, Керном, кто как хочет, так и читает. Ребятки, если вы еще не подписались до этого на канал, подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте комментарий. Заходите на Patreon, подписывайтесь и там, было бы круто. Ну, а мы продолжаем. Итак, Таурен, новый тип войск у нас есть. Задачи. Уничтожить синюю базу Альянса у подножия пика Каменного Когтя. Дополнительное задание. Ветрокрылы. Найдите ветрокрылов. Что у нас тут есть по войскам сначала? Давайте определимся. Я вождь. Чего хочешь? Почини его. Чего прикажешь? Я слышал зов. Так, есть у нас знахарь. Значит, работают. Только что тут собирал дерево, аж фиг знает где. Духи неспокойны. Пошлите пока ящериц нахлобучим. Так, а что у Керна кровавого копыта есть? Волна ударная, громовая поступь, аура выносливости, реинкарнация. Понятно. Оскверненный источник. Ух ты! Чего? Это место было осквернено. Я чувствую, что духи покинули его. Я думал, можно выпить. Так сказать, да, зарядиться веселой энергией. Убейте хорошо хана Кантавров. Принесите знак очищения к источнику, чтобы сменить. Хорошо. Хорошо, сейчас пойдем. Гарпии поймали виверн. Старый дурень. Пик Каменного Когтя наш. Никто не уйдет отсюда живым. Ни люди, ни эти дикари. В атаку, сестры! Рано я сюда пришел. Вот, пожалуй, ну да. У меня особо-то и нету, чем их бить. Разве что так помочь только. Так сказать, далеко. Дабу. Ну, а где они? Сила и честь. Эти ветрокрылы. Никто не уйдет. Хорошо. Неожиданно. Твой час пробил. О, тут можно закупиться.
Я так. Вождь. Травы у меня полные. А вот Бёрн, к примеру. Исцеление. Пора за дело. Дабу. Ну, пора. Да. Улучшение завершено. Будет сделано. Ладно. Блин, мне бы тоже. О, исцеляющий дал. Мне просто очень понравилось. Локригар, нога. С радостью. Я... А нет, все-таки люди будут нападать. Сила и честь. Чини, чини башню. Прячься. Духи неспокойны. А молот Рока! Никто не уйдет! Выходи. Да нет, выйди. Пора за дело. Чего надо, хозяин? Почини. Так, мне можно, короче, взять еще, наверное, одного орка. Стреляющего. А тут тамана хочу. У нас мало древесины. Бля, не хватает дерева. Ну да, у меня штук один на дереве работает. Исследование завершено. Сейчас подправим положение. С удовольствием. Я вождь. Готовая жизнь принадлежит Орде. Хорошо. Конечно, все они мне битые, но ничего. Пора за дело. Готов. Сейчас сделаем вот так. Силам бури земли. Духи неспокойны. Отомстим за Зол'джена. Хорошо. Кто там опять вызывает? Кинарий, блядь, пробудился. А, это этот. Готов вкалывать. Локригар. Ух ты. Несомненно. Вот так их прокастуем массово. Хороший выбор. Духи неспокойны. Блять, орк одного убили. Работайте шесть. Бой час пробил. Понаставляли тут своих исцеляющих идолов. Пора за дело. С радостью. Так, раз у нас уже ребята наши пришли, тогда халабудки их не поломаем. Да, хорошо. Так, так, так. Следовать теперь можно. Хорошо. У нас мало древесины. Блин, дерева катастрофически не хватает. Я вождь. Дабу. Ну, гарпи. На нашу базу твой напали! Час пробил! Не, ну не зараза таки, а. Там напали, духи тут напали. На молот Рока! Никто не уйдет. Еще кто-то потерял здесь, пока не могу понять кого. Сила и честь. Работа сделана. Чего надо, хозяин? Сделаю. Исследование завершено. Все-таки убили одного рабочего. Исследование завершено.
С удовольствием. Чего хочешь? Локригар, напали! Полечитесь пока. Будет сделано. Чего надо, хозяин? Все, шарики. Отомстим за Золджина. А? Свобу. Так. Зак-зак. Я... Там не хватает, так что иди, дружочек. К работе обратно. Чего хочешь? Сделаю. Да-да. Надо все-таки заняться немножко базой, то что-то я так запустил. Жизнь принадлежит Орде. У нас мало древесины. У нас все как было мало, так и осталось мало. Пора за дело. А, кентавров. А нет, кентавров столько же и осталось. Несомненно. Духи неспокойны. Да, юзер свиток защиты. Сила и честь. Хорошо. Быстрее, воины! Освободите Виверн! И жду пора. Не успел поставить. Пора за дело. Пули, земли и огня. Хорошо. Трала в стон. Мой час пробил. Локригар Ногал. За молот Рока. Никто не уйдет. Сделаю. Приказывай. Я вождь. Ты вождь, сейчас умрешь. Не ожужь, амен. Да, был. Сила и честь. Твой час пробил. А я хотел обмануть судьбу. Локригар Ногал. Не получилось. Смотрите, эти гордые создания помогут нам добраться до вершины. Хорошо, получили мы Виверн. Никто не уйдет. Жду приказаний. Враг в небе! Пора за дело. Не Амулетманы можно керну взять. Я вождь. Хорошо. Так, вот тут все собрались. Работа сделана. Шагали на базу. Да-да. У нас мало древесины. Блять, все равно мало древесины. Нужно построить землянку. Землянок мало, древесины мало. Да, сейчас будем пробегать через тайную лавку, возьмем себе еще свиток исцеления, подлечим их. Сразу надо лекаря. Все, ребята, ну случайно. Возвращайтесь к работе. Локригар Ноган Дабу! Отбились. Духи неспокойны. Керни, пробегай мимо. Выбирай, не торопись. Я вождь. Так, собрались.
совместное фото. Оп. Локригар, нога. Есть, так. Двоих. Исследование завершено. Двоих, значит, обязательно шамана. Нужно построить землянку. А прежде чем его нанять, надо. Чего надо, хозяин? Пару чего землянок. Хочешь? С удовольствием. Хорошо. Оп, мисклик. Кстати, у меня нету, я вижу. Да-да. Чего хочешь? Зверинца нету. И нету тауранского тотема, надо поставить. Я вождь. Ты вождь. Нужно построить землянку. Сейчас будут землянки. Не паникуйте. Не кипишуйте, не паникуйте. Работа сделана. Есть. Да, работа сделана. Все, теперь вот так. Работа сделана. А здесь вот так. Все, возвращайтесь обратно к труду и обороне. А что здесь у нас по заданию? Оскверненный источник уничтожить. А, этого. Кентавра надо нахлобучить главного. Отомстим за Золджера. Работа сделана. Это мы можем. Надо, у нас мало древесины. Знахаря вызывали. Наездник на ветрокрылья у нас появился. Вот это хорошая отравленная копия. Надо исследовать. Хорошее дело. Все, успокойся, да ты там раскастовывать начал сразу. Сила и честь. Так, готов у нас этот отряд. У нас мало древесины. Да сколько ж нужно? 200? Все, есть уже. Сделаю. Так, погнали. Окригар Ногал. Хорошо. Враг в небе. Враг в небе. Только вперед! Во славу! Духи неспокойны. Да. Пора за дело. Хорошо. Пора за дело. Колонна Крока! Бой час пробил. Развалили на кентавров. Так. Крошер, дирижабль, подрывник. Понятно. Я смеюсь в лицо опасности. У нас мало древесины. Духи неспокойны. Не все залезли. Теперь все. Жду приказаний. Так. Навстречу ветру. Тю-тю-тю. Работа сделана. Полный вперед. Я вас понял. Такая куча мала. Локригар нога. Как-то так. Сейчас он воскресит. Сила и честь. Жду приказания. А я знал. Мы уже плавали, знаем. И знак очищения. Так. Пора за дело. Духи неспокойны. Смелее, юное создание. За наши племена. Враг в небе. Ты мне угрожаешь? У нас будет такой мобильный, чего короче. Хочешь? Мобильная орда. Сплэш. Шанс сплэша. Надо, хорошая тема, я считаю. С удовольствием. Так.
У нас мало древесины. Слушайте, с этой древесиной какой-то, блин, кабздец получается. Ни на что у нас этой древесины не хватает. А мне нужен керн. Вот так. И шо? Вам не дает. Ноют старые кости. Локригар ногал. Че он типа? Полечить тут всех можно или что? Давайте завершено. Проверим. Никого не лечит. Понял. Понял. Жду приказаний. Полетели. И-ха! Летим. Сейчас мы высадимся где-то здесь и пойдем. Только вперед! Работа сделана! Да? С удовольствием! Андаво! А, тут охрана. Ну ничего. А! Даже так они на меня решили напасть здесь. Не дают они мне построить башню, как-то они к ним неровно дышат, к этим башням. Сейчас я вам устрою. Так, нормально, конечно, они подкосили. Сила и честь. С радостью. Ты мне угрожаешь? Ладно. Я надеюсь, эти парни, три выживших, смогут завалить грифонов, которые охраняют. Иди помоги им дерево добывать. Будто капец какой-то. О. А, это ж мы... Работа сделана! Это ж мы пролетели их. Да. Случайно пролетели. На нас напали, хозяин! Духи неспокойны. Все, разобрались. Говори, вождь! Смелее, юное создание. Я и так смелый. Враг у него не завершено. Нормально. Пора за дело. А молот рока! Никто не уйдет. Не ожидаемо. Исследование завершено. Хороший выбор. Не успел я поставить хилочку. Работа сделана. И жду пора. Я вождь. Моя вина, кстати, что не успел. Справа нахлобучили. С радостью. Тут тавраны остались еще. Несомненно. Заберем максимально с собой. За честь и славу. Уходим. Уходим, ребята. Так, ну, не получилось. Не фартануло. Чего хочешь? Хорошо. Так. Так. Так.
и вот так. Все, валим оттуда. Сейчас должно дерево пойти уже хорошо. Все-таки крошер у нас есть. Отомстим за Золджина. Куда пойдем? Все равно они пытаются. Знахаря вызывали. Чего ты хочешь? Вызывали, жалко, что, конечно. Отомстим за Золджина. Завершено. Так, бонус от барабанов есть. Таурена в парочку. Тоже такие неплохие ребята. Пора за дело. Работа сделана. Трал как новенький. Чем могу служить? Источник здоровья. Че туда пришел? Он же лечит. ХП восстанавливает. Так. Знахаря вызывали. Прогружайся. Почини. Локригар Ногал. Исследование завершено. Оружие дальнего боя исследовали. У нас мало древесины. Да хранят меня предки. Только хотел сказать, что древесины теперь нормально стало, но нет. Вот, есть. Взываю к силам. Огня надлежит Орде. Я вождь. Сила и честь. Грузимся. Сейчас дочинит. Но это еще не все обучены у нас. Отомстим за Золджина. Ладно, мы. Бури земли и огня. Да хранят меня. Сделаем так, это будет просто отряд номер два. Да. Дю. Отомстим за Золджина. Нам нужно больше золота. Да добывают, что их только трое. Исследование завершено. Мало того, что их трое, так еще и по плюс 7, потому что низкие расходы. Но ничего, сейчас будет лучше. Да. Отомстим за Золджина. Кого обязательно. Но один здоровье надо прокачать. Короче, они у нас почти фуловые будут. Отомстим за Золджина. По прокачке. Возможно, где-то даже плюс. Как там? Тир 2, тир 3. Грабеж изучим, конечно, нам вот тут уже не нужен, но. Знахаря вызывали. Да, вождь. Маловато вас. Нам для второго отряда. Золото. Исследование завершено. Работа исследование завершено. Хорошо. Давайте еще 7. Вот так. Чего хочешь? Нам нужно больше золота. А нету больше золота. Исследование завершено. В том-то и дело, что нету их. Золота больше. Нету. Нам нужно ни землянку, золота. Ничего не могу. Все. Башню могу поставить. С удовольствием. Так, что тут у нас? Чем могу помочь? Кого ждем? Исследование завершено. Пауза хиллера.
Сразу хиллера сносим. Ну ладно, давайте мы вам еще одного, ой, кода сделаем. Все, это вот второй отряд, мы его берем, летим туда и заканчиваем эту миссию. Башню исследование завершено. Достроит, пусть идет тут. Да, вождь. А что у вас там? А, в замедлении. Все. Кода готов. Чем могу помочь? Грузимся. Ай-яй-яй, не все поместились. Да. Да ладно. Куда еще он трое влезет? Верно, не все. Ладно, возьмем сейчас один отряд по пути. Точнее, дирижабль еще один возьмем, то и все. Готово, да? Сделаю. Ну все, оставайся, будешь на подхвате чинить. Приказывай. Все. Исследование завершено. Полетели драться. Полетели драться. Сейчас будет драка. А орки любят драку. Пам-пам. Пам-пам-пам. Привет. Ребятки. Подождите, тут кого-то не высадил еще. Вот так. Высадит этого Кёрна уже. Чем могу помочь? Земля содрогнется. Окригар Зогал. Замолот Рока. Так, вот тех шаманов вообще нету. Поставим хилочку туда. В принципе, смотрите, никого толком, три человека потеряли за все, за весь замес. Как бы все. Постой, вождь. О, это та самая юная чародейка, о которой рассказывал Громаш. Похоже, она тоже направляется к Оракулу. Будь осторожен, юный вождь. Эта пещера — идеальное место для засады. Не волнуйся, Керн.
Я вырос среди людей и знаю все их уловки. Ничто не остановит меня на пути к Оракулу. Мы все ближе и ближе к концовке, ребятки. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч.